Спортсмены сменили привычные костюмы на актерские и устроили небольшое театрализованное представление. Древнегреческий бог Посейдон появился из подводного царства и поздравил всех гостей мероприятия с открытием курортного сезона в Анапе. Решили посмотреть, детям показать главное, что здесь. Первый раз в Анапе вообще. Были на рыбалке и решили, шли мимо и решили посетить это шоу. Нам понравилось. Мы посмотрели с удовольствием, отдохнули. Видели костюмированных актеров, которые на стадионе были. Ждем продолжения. Изюминка мероприятия стало незабываемое шоу на воде. Свое мастерство продемонстрировали Деды Морозы и Снегурочки. На водных лыжах они покоряли морскую гладь.